Да бегу, бегу. Я в театр очень-очень тороплюсь. Мне здесь очень интересно. Мне нравится здесь. Мы ставим интересные, веселые спектакли. Они выходят, такое чувство, как будто нет в зале народу. Просто для себя. Такое удовольствие получают. Давайте, вас прям качает, как дерево. Сначала маленькие уроки актерского мастерства. Вот так, в игровой форме и разминка. А уже потом самое интересное. Театр, где играют дети, готовится к открытию нового театрального сезона. «Следуй за мечтой» — так называется композиция, в которой юные актеры играют самих себя в будущем. Я на самом деле хочу в будущем стать либо актрисой, либо режиссером. Я еще не выбрала. Но мне нравится и та профессия. Но чтобы достичь желанной цели, одной мечты, конечно же, мало. Вот здесь придет черед для действий. Мечта же для всего. Начало. Мы же не сказку репетируем. Там такие, вот о чем они мечтали, того они человека и сыграют. Там скетчи подобраны о мечтах детей. То есть вот ребенок, о чем он мечтал, он может выйти и сыграть эту роль. Там две девочки говорят, я, например, мечтаю себя попробовать в роли журналистки. Другая говорит, а я моделью хочу быть. В этой композиции задействованы все студийцы. 20 мальчишек и девчонок от 6 до 18 лет. Репетиции 4 раза в неделю. Выходят на сцену и забывают о времени, настолько серьезно вживаясь в роли. Атмосферу театра заменить невозможно ничем. Я играю банкиршу и пятом, которая говорит, кем стать. О своих мечтах театр, где играют дети, расскажет 15 октября. Без притворства и фальши. По-другому и не умеют. Олеся Акинфеева, Владислав Кузьмин, ОТВ «Серпухов» из Яхромы. Нормально.